в этом году Экспо-2017 посетило более 4 миллионов гостей со всего мира. Были представлены технологии самых современных тенденций развития нашей планеты в ближайшем будущем. Как логичное продолжение инициативы президента Республики Казахстан с целью реализации программы 2050 была инициирована идея по созданию Казахстанско-финского центра трансферта инновационных технологий на базе Астана-Экспо-2017. Задачей центра будет выявление потенциальных проектов в сфере зеленой экономики, машиностроения, агропромышленного комплекса, энергоэффективных и водных технологий, химической промышленности и IT-индустрии. Вместе с самой зеленой и одной из самых технологичных стран в мире, Республикой Финляндия, мы инициируем долгосрочную программу по созданию совместных предприятий и выведению Казахстана на новый технологический уровень с внедрением самых инновационных решений в различных отраслях экономики. Казахстан станет драйвером развития инноваций во всем Центрально-Азиатском регионе. В рамках центра компания «Казфинтек» при поддержке Министерства энергетики, «Казахинвест» и других ведомств будет развивать национальную программу импортозамещения, повышать качество человеческого капитала, привлекая специалистов из Финляндии, выявлять потенциально интересные и окупаемые проекты, разрабатывать ТЭО с целью привлечения инвестиций в страну со всего мира. При поддержке правительств двух стран и частного сектора будет создана абсолютно транспарентная система, которая поможет двум братским государствам обмениваться опытом и расти ради процветания будущих поколений.